если ты там такого смотришь. Как Кириллу не к***ть через минуту. Эй, ребята! Буди-буди-буди, пока крутишь бигуди. Шо, это, давайте так сказать. Так, первый маньяк у нас, давай, Толя. Начнем с самого, так сказать. Эй, ко мне начнем. Хорошо, только надо отсюда как-то вылететь. Что это такое? Как? А как тут, что вообще? А где Варпач? Да он в дычке сидит. А нет, уже он вылез, вон он, сверху. Вот здесь. В какой нычке, блядь? Давайте сюда, ребята, сюда, давайте прыгать, начнем. Ой-ой-ой, давай. Хватит резаться, сука. Так, запись идет? Идет. Да. Все, давайте, раз, два. Блин. Эй, поскользнулся, дал. Давай. Так, все, давайте, раз, два, три. Всем! Что, Джонни, что? Я не понял. Только Джонни может сказать, я хочу Джонни. Да. Ты понимаешь, это старые привычки остались, вот, жил с ним на одном этаже просто. Фантомные боли? Фантомные боли от нашего с ним расставания просто. Вообще у меня 21-й год, ребята, год расставания. Как в дом зайти? А лестницу нашел? Вот лестницу. Я на ноуклипе просто такой хоп-хоп и все. А то ли так быстрее. Да вы охуели там, а? Лайфхаки, блядь, используем. На ноуклипах они там, блядь, нычки залетают. Не, я просто наверх поднялся. Да, я просто мне впадло искать. Так, давайте, раз, два, три. А чё так забавно? Давайте, Кирилл Маньяк. Когда убиваешь персонажа... Рот открыть, и она... Ну да, всё... С куклу сойдёт. Да, она, в принципе, и так секси. Куколка, девчонка. Сначала Пашу мне скидывает. Пиздец вообще. Посмотрел кучу видосов, что только если ты за девушку играешь, она с тобой переспит. А так она не спит. Они там вообще не спит. Да, но никогда. Всю игру не спит. Вот мразь. Сон — это вообще самое глупое времяпрепровождение времени. Говорит человек, который 80 часов в сутки спит, наверное, знаешь, на постоянной. Так, давайте продолжим. Раз. А, Киров, продолжим просто. Так, давайте, Паша, маньяк. Ух. Это вот честь для меня. Ну и что ты, вот, чем ты занимаешься? Вот что вот это вот? Еще раскиды на спауне. Понял, понял, давай. Ну что же, ребят, сейчас у нас будет два маньяка, два. Give it, weapon, revolver. Да давайте, пацаны, я вас жду. Нормально, Кирюха, у меня все... Здорово, мужики. Не переживай, Кирюх, вообще не переживай. Толя, подожди, ну ты дом! Я тебя так захерачиваю! Я не раскидываю, сейчас слышишь. Все, теперь можешь идти искать. Отлично. О, он телепортировался, Я сам к тебе пришел. Где ты, сука? А вот все, по... Что ты там делал? Что ты там делал? А все, иди. Тебя не было там, это как? Вот так вот все просто, иди. Это было изящно. Анатолий, знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Понятно, Павел напился, следующий. Я? Нет, ну что, что за вот это замышление такое старческое? Кирилл, ты бы хотел поработать сам таксистом? Честно, только вместо Ютуба. Конечно, я бы на Тесле, ебать, таксуем на Тесле. Это плюс одна идея для ролика, я так понимаю. Видишь, я генератор гениальных идей, лучших просто на планете. Ты думаешь, ты только сейчас это придумал? Я уже миллиард раз, миллиард лет назад придумал. Я, блядь, в твоем познании настолько преисполнился. Олег, а ты бы хотел поработать таксистом? Были бы у меня права. Поэтому, Кирилл, так как ты у меня вечный таксист. В реальной жизни. Ты у меня отсасываешь. Избы вообще. Так, может быть, сейчас вы в соседних комнатах там находитесь? Паш, что ты где? Да. Бегаю, хуярю людей. Скотета. Мне особенное приглашение нужно. Алло. Я считаю, Кирилл, ты был бы очень хорошим таксистом. Честно тебе скажу. Конечно. Рассказывал бы всем, что у тебя бизнес, а в такси-то да, чисто по приколу. Все, прикинь, сегодня ты общаешься с Илоном Маском, а завтра ты работаешь в такси. Охуенно. Ну так что? Это жизненный план. Олег, а что ты ушел? У меня вылетел... Подожди, это скилл-тест, я так понимаю? Да, это все думал. Мы гонки, блядь, пойдем в трек. Дела появились, вообще пиздец, не могу, ребята, там. Ладно, кошка давай. Рожает. Ты недавно в магазин пошел и пропал. Не было такого, не надо пиздеть. Было. Я не пропадал. А, стой, было, блядь, 2 недели назад. Ну вот. Не было такого, я протестую, слышишь? Ты вообще слышишь, не сиди там, не пизди. Ты посмотри на мой уровень и на твой уровень, понял? Я круче тебя, я умнее, лучше тебя вообще, и вообще я красивее тебя. Да, Олег? Нет. Вот и все.
Так как я актив с нашим с Олеговским в отношениях, я что говорю, что это мне... актив? Сигарету с вечером. Олег, вот я постоянно слышу от тебя такие слова, как сигарета, пиво, блядь. Ты вообще, у тебя все хорошо с головой? Его? Его. Кирилл, вот каково подсасывать Олегу? Нормально. Вот я тоже так считаю. Полетели. Так, давайте начнем. Раз. Раз, два, три, кавычки. Сигарету с вечером. Какие сигареты, Олег? Олег, еще раз услышу. Сигареты, пиво, еще что-то. Уф, близко. Ладно, пиздец. Что такое, Кирюша, не получается? Да ничего, лететь? У меня криво летит она, да. Так у меня она тоже криво летит. Ну нахуй, ла-ла-ла. Тихо, ну все, все, хорош, адекватненько. Тихо, тихо, родная, нормально, ехай. Ну что ты? Ой-ой-ой. У, хорош. Нет, не обходу. Нет, я... Она же не понимает. Еще и ржут. Понятно, нахуй, но пизда. Ебучий. Не. Паш, порем ты мимо пролетишь? Паш. Олег, моя ненависть к тебе. Не знает. Так а я грани. Ничего не сделал там тебе. Ты там позлорадствовал, Олег. Ты позлорадствовал. Давай его блайдом сбивать. Не слышишь, блин, давай, не мороси. Да его можно тут так сбивать. Да. Не моросите оба. Че вы думаете, все, приехали в Москву, все можно теперь? Вообще-то да. Ну так-то да, соглашусь. О, давай, 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 давай! Ай, хорошо. Хорош! Все, пока. А куда ты больше улетел? Соседний город, судя по всему. В Liberty City. В Люберце. В Люберце. Салам алейкум. Блин. Это что было только что? Это как? Я не знаю, я просто взорвался. Паш просто взорвался. Поехали. Блин! Олег, сори. А может мне гайды на ютубе, посмотри, как слайд ёбаный делать? Первое, что ты можешь сделать, для меня не ёбывать. О, да! Я проехал! Я проехал! Где чекпоинт? Где чекпоинт? Нет! А там он сверху находится. Да-да-да-да-да, там я тоже вот думал, где уже он находится. Следующий, пожалуйста. Да, вот, GTA. Не удалось, Олег, еще раз пинь приглас, инвайт. Да, сейчас, чек. Ладно, тогда позвонишь еще раз. Позвонишь. Есть такая человек песня, позвони мне, позвони. Не позвони же. Позвони. Давай, давай. Никто тебе не позвонит. Не позвонит, да. Давай, он замутался уже, Кирилл. Да, блядь, я в ахуе вообще. Вы пиздец вообще. Олег, по пунктам, что ты сегодня кушал? Давай. Утром я поел тост с авокадом. И с авокадо, ага. Да, и зеленый салат. На обед я поел гречку с сосисками и блинчик. Все, больше не чинил. А сейчас не хочешь кушать? Ну так, плюс-минус. Ну пофигу, я уже не буду сегодня есть. А ты вышел из лобби. Давай заново приглашай. Олег, а ты за мной уже ухаживаешь, да? Мне чай возишь? Конечно. Я когда мне... Вас шиперить уже можно? Сегодня, я когда дверь курьеру открыл, он стоял с двумя катанами, я охренел, смотрел. Я просто, знаешь, когда он... Ну, на тот же он в кимоно был. Да. Олег, когда аккаунт на OnlyFans заведешь? У меня уже есть вообще. Есть? Что ты там делаешь? Я? Что может делать там человек? Зарабатывать. Правильно. Правильный ответ, Кирилл, молодец. Кирилла, у него ранний доступ к фотографиям. Да. Потому что он их делает. Олег, так ты скинь, ну по-братски у вас, что ты как не родной. Так, а вот зайди и заплати, блядь, Паш. Еще раз, третий, пятый раз пригласите еще раз. Жи, я ж вам карту не скидывал, да? Еще раз перезайдем сейчас. Извините. Че ты тупишь, Олег, кофе? Я сейчас, Паш, впервые оформил себе подписку, блядь. На OnlyFans на Олега, я так понимаю, да? Тесла Ростер, которая новая будет, у нее разгон до 100 какой будет? 1,9. Я покупаю. Ты хочешь за 1,9 секунд разгибаться? Да. Прикинь, только купил, блядь, разъебался. Ты хочешь рекорд мировой поставить? По разъебу, блядь. Смотри, вот Тесла будет примерно разгоняться вот так вот. Намного быстрее. Я за руль, нас. Ебать, ты охуенно. Давай, ехай. Ты начинай, заебал. Раз, два, три. Давай, 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 давай. Давай, блядь. Что тебе давать? Да тут он.
Морожь эту хуйню, дурочка, блядь, заебали, блядь. Она же будет, если вы будете прыгать, они вас никогда не догонят. Ну вообще мне похуй на самом деле. Блядь! Ах вы крысы ебаные, вот какой-то залетает. О, я выжил. Куда? Они наверх залетают какой-то хуйнёй. Нет, там, в смысле, там телепорт. Блядь, нихуя посмотрел. Да кто поставил? Кто просил вас поставить их? Да Паша Харе скидывает. Это не я, это не я. Ну я так чуть-чуть, если только. Хватит. А что далеко бежал? Паша, прекрати прыгать. Слышишь? Короче, понятно всё, Паша. Это не я. Не, можно? Я попросил, Паша, хватит. Да при чём здесь Паша-то, сука? Давай, Кирилл, ты маньяк. Больше Олег, я могу тебе да, пиздобол. Вот то, сейчас Олег это делает. Я, да, это делаю, по-твоему. Сейчас я это делаю. Отъебись. Так, давай еще раз, я маньяк. Не мог поддаться, мне подольше раунд сделать. О!